have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет! Так, у нас сразу месседж какой-то. Сегодня мы с вами в Dead Ahead. С нами будет профессионал и человек, который разбирается в этом режиме гораздо больше нас, поскольку мы сюда зашли первый раз, только что прошли обучение. Но кажется, что... Ну да, прошел два боя, теперь профессионал. Да-да-да, профессионал явно человек, который поопытнее, чем мы. Да, но фишка в том, что и кот, и космонавт оказались в другой команде, поэтому, наверное, я сейчас попробую сам тут что-нибудь потыкать. Так, деплой. А самолет вызывать... Господи, самолет на Q нажимаем. Как что-то вызвать? Как что? Что это? Почему? Зачем? Нажми на Q. Ладно. Нет, это я понял. Я имею в виду, почему... почему этот самолет? Я вообще-то... На истребителе? Я на истребителе, да, но управлять им немножечко странно. А, все, до меня дошло. Не то, что прям сильно дошло, но немножко дошло. Я не уверен, что я кого-то... А справа тебе никого нет? Есть. Блин, с помощью... Я бы лучше с помощью мышки управлял бы, серьезно. С помощью QE очень неудобно управлять. У меня такое ощущение, что я должен быть каким-то пауком. Вот там еще D и A. И D, в смысле, иди сюда. Это ты летаешь? Я не знаю, кто-то вокруг меня летает, но я этих вражеских ников-то не вижу. И я не знаю, кто это. Бочку сделал кто-то. Это не ты. Я ушел в мертвую петлю, потому что у меня на хвосте был чел. А, да-да-да, это ты. О, я это там сказал. Чёрт, вода. У меня был указатель... У меня указателя высоты не было, да, только скорости. Хорошо. Нет, что-то мне кажется, что полеты здесь это немножечко не для меня. Пойду-ка я на дестройер схожу. Ну, кто-то пытается сбить. Ладно. Так, дестройер это, конечно, круто. Из чего тут можно пострелять? Давай посмотрим. Мне бы антиэр какой-нибудь. Пожар. Так, а пожар можно тушить? Да. О, огнетушитель, вижу. Fire extinguisher. Есть. Ну, меня просто этот звук раздражал, поэтому... А, нет, не то, не то, не то. Да, похоже, я скинул на тебя бомбу. Да, бомбу я на тебя клал, да? Так. Не, я просто фугас кинул. Я понял. Он какой-то корабль. Он рядом с авианосцем? Сейчас я пытаюсь разобраться, где я вообще нахожусь. Да, рядом с авианосцем. Носовая часть горела. Значит, мы гораздо ближе друг к другу, чем мы могли бы представить. Хорошо. Да я... не разбился, но рядом. Что-то бахнуло, да, но мне кажется, это был свой. Так, хорошо, а управлять кораблем-то можно? Кто-то им рулит или может только стрелять с него? Для этого нужно 10 боев сыграть. А, я выиграть. Хорошо, так. Окей, я сбил самолет. Уже что-то. Значит, тут я могу что-то сделать. Не настолько бесполезно, как я думал изначально. Блин, радар работает. Радар вообще тема. Я самолет изначально по радару-то и увидел. У нас один корабль из флотилии затонул. Сколько мне сказали. Чего? Ни одного самолета не осталось. Что же делать? На нас бомбу скинули. Что же делать? Что же делать? Опа. Да, но стрелять не в кого. Минечку, а на этом... А, меня на абордаж взяли. Офигеть. Я, по-моему, остался на корабле, которым я не могу управлять, и в котором я ни до кого не достреливаю. Прилетел какой-то несчастный самолетик, я его сбил, и все.
Неплохо. О, а что это за место? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. На авианосце закончились самолеты. Круто. Я в кабине корабля сижу за штурвалом корабля, но управлять им не могу. Десять боев. Вы офигели. А, и что мне сейчас делать? Пойти утопиться, что ли? О! Торпеды, что ли? А? Че горишь? По-моему, это торпедной атакой. Я говорю коту. Кот тебя, если что, не слышит. Я слышу. Но как бы мы с ним через один микрофон, но наушники разные. Так что, если хочешь ему что-то сказать, блин, наверное, надо было все-таки набрать его тоже. Ладно. К следующему разу попробуем исправить. Так. Если у вас закончились самолеты, в кого мне стрелять? Стой, мой корабль движется. Может быть такое, что это я его запустил и встал? Он вообще будет двигаться без... Ничего себе у меня пушка. О, ничего себе. Я нашел... Чел, я могу управлять кораблем, прикинь? Как? Просто сел и нажимаю кнопки. Я тоже так хочу. Я вообще офигел с этого сначала. Ну, потому что он... Сейчас, я вот сейчас попробую остановиться. Ну, я не знаю, вроде останавливается. Ну-ка, поворот. Или сейчас что-то очень... происходит непонятное, или кто-то другой управляет кораблем. Но мне кажется, что это я. Ну, это вряд ли. Не, погоди. Я вот сейчас управляю торпедной установкой у себя на корабле. Понял, все, это... На, все, да-да-да-да-да. Я нажал букву R, и торпеды пошли. Хорошо, значит, это станция управления торпедами. Вот это что? Да, кораблем так, управляет кто-то другой, все. Я свечу на какой-то корабль. А? Я сейчас свечу на какой-то корабль. Кто-то по нам шмаляет. А, это... Все, я понял. Это управление радаром. Это управление торпедами. И кто-то другой управляет кораблем. Все, 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 я разобрался. Это не я управляю. Это меня проглючило. Все нормально, вода горит. Так. Но кто-то наконец-то догадался, что нужно нас подвинуть ближе. Хорошо. О, там что-то стреляет. Погоди, если там что-то стреляет, я хочу тоже пойти пострелять. Можно только не по авианосцу? По какому? Я вообще еще пока что ничего не вижу. На бинокль нажми. Так темно. Не то, что темно, там за айсбергом что-то, из айсберга что-то вылетает. Так. Это главный курс, погоди. Если мы повернем и... Вот так. Нет, это слишком близко, надо выше. Это слишком высоко, нормально. Почему на этих пушках нету пристрела? То есть только на главном калибре есть пристрел, да? Мне кажется, я тебя вижу. А если ты видишь дестройер, который выплывает из айсберга, то да. Это мы. А луч видишь? Света. Нет. Мы тут с котом светим на тебя. Нет, я пытаюсь в вас стрелять, но у нас чувак дико маневрирует, пытаясь избежать... Вы что, вместе там сидите? Ну мы на одном маленьке. Блин. Мы это дико не... мажем просто. Так, авианосец вижу. Воу-воу-воу-воу-воу!
Ко мне прилетело. Так, на... Прилетело. Тебя на... подожди. Меня убили, да. Я на этот же дестройер сейчас сажусь. Погоди. Это... К этому жизнь меня не готовила. С пулеметной очереди поливаем. Да пулеметная очередь, это как бы, если чё... Чувак, верни мне торпедную установку! Ах ты гад! А почему он не прилетел снаряд через всю карту? У нас тут ломит, сидит на пулемете и пытается в вас с пулемета стрелять, хотя это бесполезно. Все, он меня убил. Из пулемета? Да. Ладно, может это не настолько бесполезно, как мне казалось. Так, обе турели заняты, обе пушки заняты, торпедная установка всё, занята. У нас все занято, офигеть. По мне из пушки попали. Погоди, тут есть вторая торпедная установка. А может... Почему всегда по мне стреляют прямо попадание из пушки? Кто ж тебя знает? Убивают. Я попробую сейчас из зенитки по вам тоже пострелять, а вдруг повезет. Подметил раньше самолет. Блин. Стой, надо выше брать, у меня патроны не долетают. О! Пошло попадание. Я вижу аборигенов на авианосце. Так, ну да. Авианосец, авианосец покупи. Или они... Да, это не... Да, блин, да, это я тупанул, это не авианосец, но я имею в виду на корабле. Ты сейчас выстрелил? У меня крупного калибра нету, я из зенитки по вам фигарю, а вдруг кого-то попаду. А, я тебя вижу. Ну там броня, по идее, такая, что это все должно быть до фени. Ой, торпеды пошли. А мне попали. Улетел я и... А, все, корабль потоплен. Улетел я и улетел еще человек 5 вокруг меня. Просто в щепки разлетелись. Ну что ж, да, мы, наверное... Подожди, это один с пулемета стрелял. Чего-чего? Один с пулемета стрелял. Нет, там на другой палубе сидели еще ребята из мелкокалиберного стреляли. Стрелял из крупнокалиберного. Ну что ж, остался авианосец без самолетов и без кораблей прикрытия. Ну, собственно, ГГшечка, по-моему, да? Сейчас посмотрим. У вас сколько кораблей во флоте осталось еще? Я слышу самолет, что ли? Да, прикинь, у нас самолет в палубе застрял. Кто-то сел за штурвал авианосца, все-таки мы куда-то движемся, хорошо. О, мелкашка. Можно из мелкашки пострелять. Так, не знаю, зачем. А вы еще живы? А? Вы еще живы? Ну, на авианосце, да. А можно перебить, пожалуйста, разве данный авианосце? Чтоб я знал, где он находится. Серьезно. У нас просто крупного калибра все равно нет. А куда он делся? А, не есть один. На таком корабле должно быть что-то. Ну, один крупный калибр. Классно. У нас самолетов нету. Блин, просто разговор слепого с глухим. Это, знаешь, авианосец против корабля без крупного калибра. Вы где-то там за айсбергами? Я даже... Вообще не вдупляю. Вы тут кого-то стреляете? Я на флаг сяду. Где? На флаг сяду. Высоко сижу, далеко гляжу. Мне интересно, из какой текстуры сделана палуба авианосца? Почему она такая засранная? Я понимаю, что тут много чаек, но не до такой же степени. Это по идее, типа, под... ну, сломанный. Она не может быть ржавой. Она выглядит в том-то и дело, что даже не ржавая, она выглядит, по-моему, просто заплеванной чем-то.
Как та картинка, когда попугай сидел на вентиляторе, да? Разбросала по всей комнате. Так, ладно. О! Вот, вот это интересное местечко, где можно сидеть. Типа, наши чуваки куда-то рулят, но авианосец медленный. Мы, по-моему, пока до вас доберемся, тут команда просто от старости умрет уже. Там вырастут бороды, вырастут дети, внуки, все, что только можно. О, что-то есть, погоди. Нет, ну у меня... Вот светит. Мы вас видим. Ну, не вас, прям вас, а точка на 26,5 какая-то. И по нам... Не, по нам что-то летит, сильно. Погоди, по нам что-то летит. Сейчас пулемет на очередь. Блин, пристреливают! Пулемет. Красная пристрелочная прилетела. Кто у вас сидит за главным калибром? Я не знаю, кто это левый. Че? Ну что-то прилетает. Зеном. Кто? Зеном какой-то. Ага. О. Блин. Меня уже это. Да. Нашу пушку сломали, нас потопили. Каким образом? Я не знаю. Офигеть. Мы с одним авианосцем без самолетов, просто плывя в вашу сторону, каким-то образом выиграли. Я не знаю как. Потом это код, видимо. Не те разведданные передавал. Не те разведданные ты передавал, да? Не, ну там на фонарике сидел. Типа, тут наши полномочия, все. Ладно. Я сбил целый самолет, если что. Так что жизнь прожита не зря. Ладно, ребятушки, я понимаю, что... Сбил корабль. Сбил корабль, да. Блин, как-то реклама была старая, что, типа, я выпил пепси и остановил самолет, да. Если что, это не реклама. Фанта, да, фанта. Ты прав. Ладно, я же говорю, что, видимо, карточки здесь очень длинные, поэтому я думаю, что для первого раза достаточно. Будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда.